Что тут сегодня відбувається? Що це за дійство? Сьогодні тут происходит грандіозне шоу школи танца «Премьер балет», посвященное 6-летию моего любимого коллектива. Ще всіх своїх вихованців, а ще й гостей. Да, ми пригласили в этот раз, решили попробувати станцювати з рок-музикантами. Це з групою Андрій Дерзкий і компанія, і Тарас Чернієнко, і група Чирокі. Мой, Чернігов дорогой, я люблю тебя вместе, мы одна семья, город мой. Чернігов дорогой, я вас сегодня на этот концерт, Андрей? Товарищ Александр Колбасюк, очень интересный танцор, великолепная личность. Он не только как танцор, и как музыкант, известен в некоторых кругах. Поэтому как-то пересеклись с ним, поиграли, он потанцевал, решили вот сделать такое. То есть вы будете играть, а они будут танцевать? Да, я буду выступать, петь песни свои, со своей группой, со своими ребятами. И они решили нам устроить вспомогательные вот эти вещи, танцы получились интересные, что вы увидите впоследствии. Зная твой жанр, тяжело представить, под что они будут танцевать. Да, они будут танцевать под мои песни. Ну, есть же, ну, изюминка, которая интересна человеку тогда, когда она раскрывается. Поэтому не будем раскрывать все карты, увидим это. Поверь, здесь нечего больше ждать. Время задуматься и выбирать мысли. В голове заплетает, думать заставляет. А пустяка ночью я иду, возвращаюсь. Улица бегом, даже у всего дела. Улицы, подъезды, ступеньки, этажи, переулки, но какие районы, гаражи. Улицы, которые я когда-то не любил. Я забыл их давно, я давно их забыл. Мертвое молчание на почве недоверия. Местные слова, журчащего ручья. Мертвое молчание темного колодца. Это автор, биография твоя. Очень сложно в плане подготовки, потому что куча технических моментов, которые там мы учитываем уже прямо сейчас на репетиции. Но я надеюсь, что все пройдет, и все пройдет очень на высоком уровне. Черное, белое, не спеши присмотреть. Черное, белое, так устроена жизнь. Черное, белое, улетают года. Черное, белое, для тебя навсегда. Хочу поздравить «Премьер балет» и Александра Колбасюка с этим прекрасным моментом, когда они выходят на сцену, на которой написано «Грандиозное шоу «Премьер балет». Вот чтобы это шоу было всегда грандиозным. Успехов, развития в творчестве и в жизни. Шорохи за спиной, цокот копыт спит, гор под водой. Хочется улизнуть, куда бы не достал свет. Еще у нас в концерте принимает участие Эмили Москаленко, это финалистка шоу «Украина, май талант», финалистка шоу «Минута славы», она финалистка проекта «Франция, май талант», и также сейчас она участвует в «Румыния, май талант». Субтитры сделал DimaTorzok.
займаюсь полденцем і гімнастикою. Як ти думаєш взагалі, от твоїм одноліткам там варто взагалі танцями займатися? Ти рекомендуєш? Ну, я рекомендую, тому що танці – це корисне, цікаве заняття. Вітаю прем'єру балет «З ним народження». It's gotta be you, it's gotta be you, my darling. Before making moves, you get so overwhelmed. It's gotta be you, oh, it's gotta be you. It's gotta be you, it's gotta be you, my darling. Before making moves, you get so overwhelmed. Вітаємо вас з днем народження. Ти задоволений цими 6 роками? Да, і ми за 6 років вже встигли багато зробити, багато де побували. І я думаю, що ми вже на достатньо хорошому рівні, як для нашої країни, і сьогодні ви це все побачите. Сегодня грандиозное шоу, и в котором я принимаю участие. Это 6 лет творчества коллектива «Премьер Балет». За короткое время эти люди стали для меня очень близки, потому что я здесь был на протяжении полутора месяцев. То есть тебя «Премьер Балет» уже практически завербовал как тренера? Ну, можно так сказать, но это временная здесь работа. Я делюсь с ребятами своим опытом. Они развиваются не только со мной, но и тоже с классными педагогами, с Александром Валерьевичем Ковбасюком, вот, с Олегом Ковбасюком. И мы вместе, совместно решили сделать такой себе маленький проект. Дорогие друзья, меня зовут Юрий Василенко. Именно я и никто другой. Именно я. Поздравляю вас с 6-летием. Счастья, здоровья. Главное, не ломать себе ни рук, ни ног. Всегда находиться в поиске. В поиске себя, в поиске своего направления, в поиске иллюзии своего тела. Ребята, развивайтесь. Это очень круто и очень классно, когда вы к чему-то стремитесь, когда вы не лазите по надзаборами, а вы знаете, чего вы хотите от жизни. Вы хотите дарить людям радость, вы хотите дарить людям себя. Не потеряйте это и берегите друг друга. Это очень дорого и ценно в наше время просто быть людьми. Вітаємо вас на Чернігівській землі. Я должен что-то отвечать на это?
как бы... Кажи привет. Розкажіть, будьмо. Чого приїхали. Ну що ж, ми знову у вас, родной город, любимый город. Ну, в принципі, все просто, нас пригласили. Есть такой балет известный, вы должны его знать, Премьер-балет, наши друзья. Вот они нас позвали, мы согласились. То есть, возможно, ты сегодня даже танцевать будешь. Ты вспомнишь, тряхнешь вот, стариной. Вот такой риск есть, да, что я могу сорваться на сцене в ностальгическом порыве, экзальтированно начинать танцевать джигу-драгу. Легендарную джигу-драгу, да. Вот у бородатого дяди тоже можно спросить. Он тоже будет контемп, конечно. Контемп, но это секретное оружие. Это секретное оружие. Нет, Тарас, только на сцене. Только на сцене. Legendary. Легенда в городе. Легенда города Чернигов. А что за мерзость? Тарас... Мы искали на самом деле в центре города бюст Тараса где-то должен стоять. А бюст еще не вырос. Включи микрофон. Ну, у тебя уже и не вырастет. Не хочешь эти мастер-классы в Премьер-балете подавать? Или ты уже совсем завязал с танцами? На бантик. Оп, так красиво. Завязал. Тебя можно развязать, да? Ну, если развяжу, то уже просто ничего не будет. Рассыпется. Вы знаете, что музыка делает нас лучше? И мы сейчас с вами все вместе делаем так, что мы станем чуть-чуть лучше, все вместе. Все правда, вы следите за нашими новостями в Фейсбуке. В Фейсбуке, в друзьях. А, вот, все просто. Так что все знаете, может, сами расскажете. Ладно, ну мы были на Западной Украине. Сначала Винница, Черновцы, Львов. Буковель. О, да. Сначала Буковель. А, вначале Буковель, потом Винница, потом Черновцы, потом Львов. То есть, в принципе, ну, востребованность есть, люди как бы интересуются концертами. По видимости, да. Мы рады, благодарны. Не знаю, кому. Публике. Публика очень благодарна. Классно, с самого первого же начала выступили, с самого первого трека. Все танцевали, все классно. Эксперимент с акустикой, кто был идейным вдохновителем этой идеи? Я не знаю, кстати. Кто... А, да все, нет, это радио. Нас пригласили на радио Аристократы. Есть такая. Мы там должны были сыграть на акустике, вернее, в акустической версии. И мы сыграли и поняли, что надо сделать. Потом сыграли на просто радио в таком же формате. И, кстати, Галич, Женя, сказал, очень круто, надо делать. Да? Да. А это из-за Торваль, да? Да. Вот он сказал, благословил нас. И мы следуем его указаниям. Что за певица участвовала в этом? Ирина Хоменко – это хорошая девушка, да, молодая исполнительница, наша знакомая. И... То есть она так... не вторая вокалистка, не второй вокалист группы «Чероки»? Нет, нет, мы у нас… Мы планируем поменять на первую. Чтобы в туре было веселее, в общем, у них есть соблазн.
завести даму. Даму заводят они, в принципе. Заводят, могут завести даму. Happy birthday, Premier Ballet. Мне контент нужен. Заказываю контент. Вот этот вот, который. Ballet. О, настоящий. Он делает, да. Ты сказал, ты должен держать. Спасибо, группа Чирокер. Wake up, wake up.